3 апреля в Орле любители спортивного ориентирования открыли новый сезон на воде. На протяжении 2 дней участники преодолевали дистанцию по реке Орле. Соревнования проходили в 2 скоростных этапа – от поселка Щелкунова Урицкого района до поселка Русского и от него до финиша в городе Орле. Участников было в этом году не так много. Возможно, это связано с тем, что было штормовое предупреждение прислано по СМС-связи. Победитель определялся по лучшему времени. Преимущество у тех, кто быстрее справился с водной стихией в первый день. Этот год выдался трудным, потому что было очень много завалов. Река наша не убирается, Орлик, поэтому все завалено деревьями и приходилось очень часто обносить. Следующие соревнования по спортивному туризму на Кубок имени Русанова пройдут в городском парке 24 апреля. В них могут принять участие все желающие.